Так, ну а мы находимся в Семиизе. Вот скала Дива. Сейчас будем купаться. Да? Переночевали. 8 утра. 15 сентября. Вон там наша машина стоит. Вдалеке. Сейчас мы там попили кофе. И пришли на пляж. Вода прозрачная. Теплая. Сейчас будем подводные съемки вести. Отсюда видны Луция и Петри. Можно наблюдать. Там мы были тоже на экскурсии. Там Ялта дальше. Мы уже проехали и Алушту, и Ялту, и Алупку. Мы в Семиизе. Такая вот яхта стоит. Вечером у нее шла иллюминация на скалу Дива калейдоскопом там красивым. И, может быть, туда наверх зайдем, на скалу Диву, посмотрим, что там то как. Для экстремалов здесь есть вот такая вот дорожка, мостик. Такой же, в принципе, на Эль-Петре. И там вдали гора Кошка. Ну как, теплее вода? Ну да, ничего, вода. Так, Света оценила, что вода теплее. Теплее и прозрачнее. Да, прозрачнее, чем в тихой бухте. И прозрачнее, чем в морском, да? Чистенькая водичка. Ну, пойдем сейчас заниматься подводными съемками. 8 часов утра. К этому, так сказать, все располагает. Непосредственно. Так что вот так вот. Семиз. Восход солнца. Уже зашло 8 утра. 15 сентября 2023 год.